Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Забаронок, директор музыкальной школы для взрослых. И сегодня я предлагаю вашему вниманию 10 советов начинающим вокалистам. Совет первый. Прежде чем начинать заниматься вокалом, представьте вашу конечную цель. Возможно, вы видите себя выступающим на сцене Большого театра или спорткомплекса «Олимпийский». Может быть, вы захотите выступать под гитару в кругу друзей и близких, или же петь в караоке. Может быть, вы хотите выучить пару любимых песен и порадовать ими своих друзей. Совет второй. Прежде чем начинать заниматься вокалом, проверьте состояние ваших связок. Фониатор – это врач, который занимается голосовыми связками. Когда вы придете к фониатору, обязательно узнайте, какой тип голосовых связок у вас – сопрановый, альтовый, теноровый или басовый. Кроме того, узнайте особенности строения вашего голосового аппарата. Например, у нас в школе был ученик, который пел басом, и связки у него были басовые, но у него была особенность – высокое достаточно небо. Из-за этого многие преподаватели классифицировали его как тенора или высокого баритона. Совет третий. Найдите информацию про строение голосового аппарата. Самостоятельно изучите, где находится диафрагма, какова длина связок, где они расположены, что такое резонаторы, что такое глотка, чтобы не попадать в просак. Совет четвертый. Изучите разные вокальные методики. Если вы не найдете самостоятельно вокальные методики, я вам могу с этим помочь. Вы напишите об этом в комментариях, а я вам оставлю ссылки на разные вокальные методики. Совет пятый. Не занимайтесь самостоятельно. Дело в том, что развивая одно качество, вы можете нарабатывать ошибку в другом качестве. Например, вы разучиваете высокие ноты, укрепляете, да, диапазон расширяете, и вместе с этим вы нарабатываете себе фальшивую интонацию. Вы не замечаете, что вы поете чуть ниже, чем надо. Или, возможно, развивая высокие ноты, вы нарабатываете себе пересмык связок одновременно, слишком плотное смыкание связок на верхних нотах. Или же отсутствие проточности дыхания. Все это может проконтролировать только специалист, поэтому мой вам совет – не занимайтесь самостоятельно, чтобы не испортить ваш вокальный голос. Совет шестой – найдите себе хорошего педагога по вокалу. Как это сделать? В большинстве музыкальных школ для взрослых или вокальных студий существуют бесплатные вокальные уроки. Вы можете записаться на пробный урок, на котором позадавать разные каверзные вопросы педагогу. А где находится диафрагма? Какая длина связок? А где расположены связки? А что такое резонаторы? А как правильно открывать челюсть? А что такое правильное вокальное дыхание? А покажите упражнение, вот у меня сиплый голос, подскажите, как от этого избавиться. А вот у меня зажатый голос, покажите упражнение, как улучшить или как избавиться от этого зажима. Если вы чувствуете, что педагог путается в показаниях и не дает вам однозначные ответы или упражнения, значит, стоит задуматься над квалификацией такого педагога. Совет седьмой. Обязательно запишите ваш первый урок. Затем повторите запись через месяц или через 2 месяца.
Таким образом, вы самостоятельно сможете проследить ваше развитие. В большинстве случаев любитель руководствуется лишь собственной самооценкой в оценке голоса. И ему кажется, что он вообще не развивается, что он вообще не растет. Или же ему сказали его знакомые или близкие, что ну как-то у тебя не идет голос. Ну или какое-то вот проронили, знаете, какое-то вот неприятное слово или ранили человека. И он подумал, что действительно не стоит ему этим заниматься, и никакого развития, и толку в этом нет. Чтобы избежать этих моментов, запишите ваш первый урок и запишите урок спустя месяц или два, чтобы мочь адекватно себя оценить. И далее дайте эту запись профессионалу, отдайте ее вашему педагогу, чтобы уже он оценил и смог подкорректировать под вас учебную программу. Совет восьмой. Выберите эталон голоса. Найдите себе звезду, может быть, солиста оперного театра, голос которого вам очень нравится, голос которого похож на ваш собственный голос. Его образ поможет раскрыться вашему образу, то есть представляя себя в его образе, вы начнете звучать более уверенно, более выразительно. И в целом слушайте много вокальной музыки, чтобы у вас уже начали формироваться звуковые шаблоны, благодаря которым формируется ваш личный эстетический вкус. Совет девятый. Помните про гигиену голоса. После пения обязательно связки должны находиться в тепле, то есть одевайте водолазку или шарф. Разогревайте ваш голос не менее 30 минут. Не ешьте хлеб, шоколад или орехи непосредственно перед началом урока. Не пейте чай, кофе перед уроком. Дело в том, что черный и зеленый чай сушат слизистые. Имейте в виду, все эти советы глубоко индивидуальные. Есть категория людей, у которых прекрасно идет чай, и он ничего не сушит, и голос звучит прекрасно после чая. То же самое касается хлеба, например, или шоколада. Поэтому я вам советую поэкспериментировать немножечко на себе и убедиться, какие продукты вам точно не стоит есть или пить перед уроками вокала. Совет десятый. Пойте в хорошем настроении. Связки – это мышцы, которые приводятся в тонус нашей центральной нервной системы. От вашего настроения напрямую зависит характер вашего голоса. Пойте с удовольствием, пойте с энергией, с яркими эмоциями, с яркой подачей. На этом все. С вами была Екатерина Заборонок. Подписывайтесь на канал школы, нажимайте колокольчик, чтобы получать новости, новые видео от нашего канала. Ставьте лайки, оставляйте комментарии или вопросы. И до новых встреч. Пока!